Уважаемые коллеги, друзья, немножко истории. 15 лет назад наш институт имени Николая Николаевича Петрова начал проводить онкологические конференции «Белые ночи», посвященные одной локализации – раку молочной железы. Однако вот в 2015 году стало ясно, что целесообразнее привлекать и другие формы злокачественных опухолей, потому что организационно проще собрать всех специалистов разных направлений как бы на один форум, как это делается и в международных конференциях, ЭСМО, АСКО и так дальше. И вот сейчас мы уже проводим и будем проводить 4-й Петербургский международный онкологический форум. Какие направления мы ожидаем обсудить, дискутировать? Это прежде всего те направления, которые уже напрашиваются. То есть общий принцип деэскалации или эскалации отдельных видов лечения. Хирургического, лучевого, системного лечения химиотерапии и совершенно новые направления, касающиеся иммунотерапии злокачественных опухолей. Надо сказать, что вот оценка результатов различных видов лечения, местного и системного, показывает, что некоторые виды терапии нуждаются в сужении без потери качества и результатов. То есть для пациента они должны быть качественно, более качественно выполнены и легче, а некоторые виды остаются еще как бы для деэскалации, то есть необходимо более интенсивное лечение, чтобы прежде всего спасти жизнь пациента, избежать рецидива заболевания. Вот эти вопросы будут обсуждаться, ориентируясь и на собственные данные исследователей, и также сведения из других центров. А, кстати, мы приглашаем на этот форум врачей, онкологов, патоморфологов, клиницистов, экспериментаторов всей Российской Федерации, стран СНГ, стран Западной Европы, Северной Америки и так дальше, чтобы всесторонне охватить решение этих проблем. И, конечно, одним из важных направлений, которое действительно снижает смертность от злокачественных опухолей, это системные виды лечения. Это совершенствование вот этих системных подходов, а в последнее время прежде всего поиск более эффективных путей иммунотерапии. Это направление, которое сейчас является лидирующим для всех ведущих онкологических центров. Мы приглашаем здесь не только именитых ученых, специалистов, лекторов, но и врачей всех, так сказать, уровней, практиков, онкологов, молодых врачей, которые могут участвовать в дискуссии, предлагать что-то. Я думаю, будет им полезна и та информация, которая будет представлена от лучших специалистов, можно сказать, мира. Он называется международным форумом. Поэтому мы хотели бы пожелать успехов этому очень важному мероприятию. И приглашаем всех активно использовать, принимать участие, прежде всего, в обсуждении, задавать вопросы, не стесняться, обсуждать все самые современные подходы к выявлению, профилактике и эффективному лечению злокачественных опухолей. Тем более, что в России, как и во многих высокоразвитых странах, сейчас наметились возможности технические, материальные, научные резко изменить ситуацию в лучшую сторону. Прежде всего, программы, которые позволяют снизить заболеваемость злокачественным опухолями, основными формами, или, по крайней мере, приблизить, выявлять более ранние формы заболеваний, а те формы, которые пока не удается выявить в результате разных причин, не зависящих от врачей, проводить эффективное современное лечение.